Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня у нас на обзоре комплект ксеноновых ламп от компании Mitsumi. Данный комплект подходит на цоколь H11, 5000 кельвинов температура свечения. Поставляется вот такой вот коробки фирменной. Давайте рассмотрим комплектацию. В комплекте идут лампы с температурой свечения 5000 кельвинов, как я уже сказал, коннекторами для подключения к блоку и на питание, две штучки. Блоки управления идут. Блоки розжига формата DC, то есть у них они идут slim, вот такие вот, с вынесенной вот такой вот блоком управления. Провода для подключения, разъемы имеются по самому блоку. Напряжение у него 9,16 вольт, рабочее напряжение 13,2 вольта, рабочий ток 3,5 ампера, то есть и формат у него DC. Так, то есть таких два блока также имеется. Имеются две металлические пластины для крепежа и винтики, болтики также имеются. И инструкция. Инструкция идет с гарантийным талоном. В инструкции указано, как должен светить поток света, световой поток, чтобы не слепить встречных водителей. И в комплекте имеется вот такой вот сюрприз небольшой. Это габаритные огни, то есть с цоколем Т10 по одному диоду на каждой лампе. Вот такая вот штучка. Так, сейчас мы лампы подключим и посмотрим, как они будут светить. Мы посмотрим процесс подключения. Он довольно-таки простой, то есть никаких не надо сложностей не возникает. Все разъем подключается. Вот так вот. И подключается питание 12 вольт. Сам блок идет на 35 ватт. Так, сначала минус, и теперь плюс. Вот так вот разогревается лампа довольно-таки быстро. Сейчас выключим свет, чтобы больше можно было оценить яркость. То есть цвет чисто белый идет. Вот так вот светит. Ну, довольно-таки очень ярко, то есть без защитных очков смотреть очень неприятно. Вот такой вот цвет. При покупке комплекта на него распространяется гарантия. Также более подробные характеристики и стоимость комплекта вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.